Средство, шампунь фирмы Чика мы получили на тестирование. Средство подходит и для тела, и также для волос. Сейчас мы попробуем его применение. Вот так вот он выглядит. Очень удобно открывается дозатор. Также закрывается, что не допускает проливания. Максимочка, отойди от Миши. Мишенька, помой головку. А потом Максимочка будет купаться тоже, по-моему, с шампунькой. Да, сейчас мы намочим головку. Мама! И новый! Оставьте. Попробуем. Вот такой густой, хороший консистенции. А я сам ему помою, мам. Сам будешь голову? Да. Хорошо, так мама сначала помоет, потом ты. Помою, мама. Какой запах. Вкусно пахнет? Вкусно? Да. Мам, это крем. Также можно и тело им помыть. Очень приятный запах. Длина понухай. Приятная консистенция. Миша, не брось брать. Я понухай на. Понухай. Ну, как классный крем. Ой, как здорово. Видимо, даже не щипит глазки. Ребенок вполне спокойный. Он такая, а я бабушке и тете Йоси дал. Мне, маме. Аккуратно. Иди. Вот такой вот шампунь. После замечательного шампуня мягкие. Замечательно расчесывается. Вкусно пахнет, да, Мишка? Миш, на, причесывайся. На, сам причесывайся. Причесывайся. Как Миша причесывает? Вот так вот волосики Миша причесывает. Вот молодец. Вот умница. Вот, чистый. И довольный. Хотелось бы сказать еще пару слов об этом замечательном шампуньке. Первое, на что я обратила внимание, что этот шампунь полностью натуральный, из натуральных составляющих на основе овса. И что шампунька предназначен деткам с 0 месяцев. Это очень важно. Действительно деликатное моющее средство. Не щипит глазки. Очень хорошо пенится. Волосики после мытья этим шампунькой очень мягенькие, хорошо расчесываются. В общем, шампунь полностью нас удовлетворил. Удобный очень флакончик, удобно держать в руках, и идеальный дозатор для детей. Ребенок его хватает, и, соответственно, он не может его пролить, так как здесь полностью стено. И открыть ему тоже будет сложно. Поэтому здесь все продумано, очень удобно. Для нас минусов нету абсолютно. Всем рекомендуем этот шампунь.